Добрый день. Давайте сегодня рассмотрим идиому leap at the chance. So, to leap at the chance, я всегда почти сразу же говорю, можно ли определить значение этой идиомы по ее составляющим, да или нет. Leap at the chance, я думаю, можно, да? Если мы с вами переведем ее дословно, leap, прыгать там, скакать, скакнуть, at the chance, chance, шанс, возможность и так далее, то есть скакнуть на возможность, то есть переходим к переводу этой идиомы leap at the chance, воспользоваться возможностью, воспользоваться случаем, схватить удачу за хвост, не упустить свое, вскочить на поезд, успеть и так далее. В общем, воспользоваться возможностью. Leap at the chance. Okay, now friends, let's discuss this idiom in English. So, to leap at the chance means to take advantage of an opportunity, to use the opportunity, to use the chance, take advantage of the opportunity. To accept your opportunity eagerly and in a very enthusiastic way. Okay, now I think we understand everything about this idiom. Leap at the chance, or jump at the chance, or jump at the opportunity, or leap at the opportunity. You understand, you can interchange some elements of this idiom. В принципе, можно менять чуть-чуть. Leap, jump, chance, или opportunity. Alright, let's quote a couple of examples. Давайте приведем пару примерчиков. Example number one. The administration offered early retirement to all people of the closing branch, of the branch which was being closed. And everybody leaped at the chance. Администрация, значит, управление предложило ранний уход на пенсию, раннюю пенсию всем людям, которые работали в филиале, который закрывался, и поэтому все с радостью воспользовались этой возможностью. Everybody leaped at the chance. Example number two. Michael leaped at the chance to go to Paris for free. Michael с радостью воспользовался возможностью съездить в Париж бесплатно. Example number three. Maybe it will look like example number two. She leaped at the opportunity to star in that movie. Она с радостью воспользовалась возможностью сниматься в этом кино. Дальше примеры приводить практически нет смысла, потому что оно будет однотипное. Leap at the chance, jump at the chance, so воспользоваться возможностью. Окей, друзья, надеюсь, это краткое видео помогло вам, если вы еще не знали ранее об идиоме leap at the chance. Красивого вам английского, используйте идиомы в своем разговоре как можно больше. Чем больше вы их будете использовать, тем оно больше вам будет нравиться, тем красивее будет ваш английский и так далее, и так далее. С вами был Дмитрий Карапенко. До встречи в следующем идиоматическом видео.